Здорово, работяги! Сегодня мы будем разбирать с вами градацию получения удовольствия жизни. Как всегда, я всех заебал со своим расширенным «Вова, когда же будет?» Мои любимые видео про тёлочек, как ты гнобишь, у меня уже депрессия началась. Блять, аудиторию надо срочно менять. Срочно. Иначе мы, блядь, никогда в жизни не продвинемся. Вот. Причем, открою тайну, когда я договаривался там с биохакерами, там, с вахтовиками, когда была операция Headline, эти люди оказались суперадекватными. Суперадекватными. Сразу прям сказали, что им это нужно. Сразу прям изъявили желание там учиться и прочее, прочее, прочее. В отличие от аудитории обоссанных МДшников, просто, блядь, конченых, которые сидят в говне, ничего не хотят делать, блядь, ждут, когда им тёлочка свалится на голову и думают, что их жизнь, блядь, пойдет прям вот, прям ввысь пойдет, прям они, я не знаю, что будут делать. По факту, нужно вытащить хуй со рта и признаться, что вы хуесос. Просто-напросто. Рассказывать там, я не знаю, мне там, что вот вы там осознан, ездите на велосипеде, получаете удовольствие там от сталкеринга, от яхты и там прочего. Ну это просто, блядь, это детский сад, нахуй. Это просто детский сад, это из-за того, что вы находитесь в говне, и никогда из него не вылезете. Проще, сука, собаку научить говорить, чем половине аудитории доказать, что, блядь, расширен, это реально нахуй тема, это реально нахуй выход. Нет, мы будем, Володя, рассказывать тебе, как все охуенно у нас, как у нас, блядь, много хобби, как у нас много путешествий. Еще раз напишите, пожалуйста, в комментах, прям, как вам круто, а то у меня вот серотонином ушки заложило, я так плохо слышу, да. Я ж не слышу всяких блогеров там, блядь, которых мне постоянно скидывают, которые уже просто с ума посходили, типа того же игуана, блядь, и прочего, которые не понимают простых биологических вещей, абсолютно простых. Человек там, даже, блядь, есть поговорка там, рыба ищет где глубже, человек где лучше. И даже это, блядь, даже это половине аудитории не может прийти. Ебануться просто. Просто ебануться. Это, во-первых. Во-вторых, я вот тут накидал вот эту табличку веселую. Можете на паузе там почитать. Не знаю, кому интересно будет. Мы так чисто пробежимся по пунктам, да. Эта табличка, то есть, суммарно, ну, все, что приносит удовольствие в жизни. И, как видите, не так и много. Это я еще сидел, блядь, выбирал, понимаете? Это я еще сидел, выбирал. Здесь почему-то не оказалось путешествий, да? С чего бы это? Игуан же всегда говорил, что путешествие – это, блядь, смысл жизни. Ну, что-то как-то, знаете, что-то он в Турции так посидел. И только-только до него начало доходить, что нужно как-то, блядь, в жизни кайфовать. Да, только-только начало доходить. Но что-то как-то путешествие ему не особо помогает. Да, понятно, что на видео он там вам рассказывает. Ну, а теперь я спиздил навык соматического рапорта. Он как-то странно работает. От него еще почему-то, блядь, голова болит. Ну, а чисто по виду игуана и как бы он как жил в говне в Рашке, так и там живет. Никакой разницы абсолютно нет. Просто дурачкам, блядь, заливает в уши, как ему все охуенно. Так вот, почему не клеится диалог? Диалог не клеится не потому, что там я там ЧСВ, не потому, что вы там, блядь, не соображаете ничего. Да потому что большая часть аудитории живет в дерьме. И им не нужна эта история, что вот, что-то там надо сделать и прочее. Им нужно здесь и сейчас получить свою порцию дофамина, хотя бы 0,00001, чтобы они вылезли из говна, из стресса, чтобы просто зайти там, блядь, посмотреть, как Володька хуесосит очередную шкуру и забыться. Вот что им нужно. На самом деле, из этого, из вашего положения следующая остановка дурка, либо смена пола, либо, блядь, смена флага на радужный. Вот. Это так вкратце.
А теперь немножко пробежимся по вот этим вот пунктам, которые как бы повышают. Я на самом деле как бы побольше выложил, да, то есть пункты есть, которые некоторые думают, что им это что-то принесет, какое-то удовольствие в жизни, да, что-то поменяется. Но я-то знаю, что нихуя из этого не поменяется, поэтому я их как бы в табличку включил. По большому счету, если брать, что приносит там в жизни удовольствие, это раз, два, три и четыре. Все. Ну, еда там пять. Все, что вот приносит от жизни удовольствие. Остальное это чисто, блядь, потролякать долбоебов, которые там на яхтах катаются, там прочее, да? Сталкерят. Блядь. Идиоты, нахуй. Вот, значит, можете на паузу там поставить. Табличка состоит там из уровня удовольствия. Да, табличка недалеко ушла, если честно. Вот тут тролякание, ну, маловато на самом деле, ну, только вот осознанность, если взять. Недалеко от жизни ушла. То есть примерно так и есть. Плюс-минус. Понятно, что для суперумников, которые требуют от меня исследования, блядь, на уровне там Пфайзера и прочего, блядь, кретинов, я, конечно, так не смогу сделать. Но для большинства аудитории, для того, чтобы понимать, что вообще происходит в этом мире, этой таблички, просто нахуй за глаза, просто за глаза. Еще раз напоминаю. Вся деятельность вашей тушки, будь то зарабатывание денег, будь то поиск самки там и прочее, как все МДшники там просто текут от этих, блядь, альфачей там и высокоранговых, высокопримативных и прочее. Все направлено на получение удовольствия. Очень многие мне кретины присылали опыты с мышкой, да, которые там электроды подключили, она там по кнопочке бацала, чтобы получать удовольствие и ничего не делала. А для таких долбоебов я расскажу, что есть другой опыт, да, которым почему-то никто не любит прикрываться. Это мышкам, которым все делали наоборот, то есть у них вообще дофамин не поступал. И они умирали просто, да, ой. А почему же они умирали? Они же осознанные были. Они же осознанные были. Почему же они умирали от недостатка дофамина, Володя? Ты нам врешь. Мы не умрем. Почему-то хуесосы забывают про этот опыт. Но ничего страшного. Сравнивание себя с мышкой как бы тоже. Ну, это, блядь, я даже не знаю. Ну, короче, уровень интеллекта показывает. Вот, так что, если вы не сравниваете себя с мышкой, мы сейчас будем разбирать, какие есть варианты получения удовольствия. Ну и первое альфачество, по которому дрочат практически все МД-сообщество, большая часть моего канала, ну или половина канала, не знаю, там сколько осталось долбоебов, то есть даже надо вычищать эту гниль побыстрее. Это альфачество. Вот, я не понаслышке знаю, что такое альфачество, сколько это стоит. И как бы с 2000, я не знаю, 10, ой, ну да, наверное, где-то с 2010 года по 2014 я тусил с альфачами. Вот, цикл охуительных историй есть на канале. Истории, ну, на самом деле для Ютуба все истории. Есть еще там некоторые очень жесткие, они не будут выкладываться. Вот, но, ребят, я вам так скажу, что на, ну, сейчас, если вы захотите это повторить, но это абсолютно неповторимые вещи. То есть, 2010, тут с 2000 по 2000, наверное, какой-то 10-й и, ну, может, чуть с хвостиком. Вы могли куролесить так, как я, просто, блядь, безответственно, просто прожигать свое здоровье там направо-налево и как бы и то, я напомню, что
альфа-чи практически все умерли уже. Ну, походу, один я там остался. Ну, может быть, еще там 1-2, но я о них практически ничего не слышу. Кроме того, что они синячат просто, блядь, синячили на самом деле. Сейчас вообще никаких новостей от них нету. Вот тогда можно было покуролесить там 5, некоторые 10 лет там куролесили, и как бы минимальные риски были. Сейчас у вас таких шансов нет. Никаких, просто, абсолютно. На момент 2012 там, года, ну, примерно, насколько я помню, я лечил альфа-чей от всяких венер там и прочее, ну, так как я в аптеке работал. То есть, по их словам, подхватить венеру, ну, примерно это каждая пятая тёлка была, да, каждая пятая тёлка заразная. Сейчас, на 2022 год, я хуй знает, каждая третья, наверное, заразная. А поэтому я на стримах СМТ у людей, которые там, у лысых людей, там, блядь, у майоровых людей спрашивал, сколько, ну, типа, есть ли у них венерические заболевания, и все как один говорили, что нет, ну, это означает, что человек пиздобол, просто пиздобол, даже на момент 2012 года, да, то есть, когда можно было, ну, с каждой пятой подхватить. Сейчас просто, я даже не знаю, каждая третья, возможно, даже и мало. Но это ладно, есть там, если вы там какой-нибудь трипер подхватите или прочее, это еще как бы полбеды. Это плохо, тоже очень плохо, но это еще полбеды, это лечится. Вот, а какой-нибудь спид хватануть, ну это типа все. Удовольствие от этого альфачества, ну знаете, ну так, ну типа... практически, блин, ну я не знаю, такая себе история. Я там как бы потусил, потом я просто начал тролякать и ржать над этими ебланами просто, ну потому что это просто животные, типа, вот, и меня из этой тусы кинули, вот, но потом как бы взяли обратно, потому что деньги были только у меня, вот, а они все были бомжи. Удовольствие очень сомнительно, но я написал тут 1.10 просто потому что в тех тусовках реально попадались там клевые барышни с классными письками. Да сейчас, да хуй вам что попадется, вам будут попадаться одни, блядь, жирухи с психологическими отклонениями, то есть, опять же, альфачество, вот это все, вот этот столбик написан на момент 2012 года, который я могу судить. Осуществимость альфачества, я хуй знает, тогда, может, ну, процентов 10 вероятность была осуществить, сейчас я думаю, что 0, без денег вы там... никому нахуй не обосрались. Вас сразу будет пробивать там по ГАИ, какая у вас машина, там какое у вас имущество, родители там и прочее, прочее, прочее. Да? Длительность альфачества. Ну, примерно вот мы пару месяцев снимаем там тёлок, да, то есть тусуем. Вот, и потом там полгода нихуя абсолютно нету. Одно дерьмище, блядь, или вообще никого. Просто, блядь, соберемся и... квасили там с челиками. То есть, это, ну, супер сомнительная хуйня. Цена за это, опять же, здоровье, если подхватите, да, что-то. И тюрьма, если на вас напишут заявление. Зона риска. Зона риска я здесь поставил желтый. То есть, ну, как бы, не прям пиздец. Ну, как бы, ничего хорошего в этом нету. Это на момент 2012 года. Сейчас, это красная зона. Альфачество, это, блядь, самоубийство. Все, кто рассказывает, что они там ебут тёлок и ничего нету, это пиздоболы. Самые натуральнейшие. Даже можно, блядь, уши закрывать и просто не слушать это говно. Следующее. Семья. Очень многие говорят, что о, там семья, классно. Тыры-пыры, блядь. Никакого удовольствия абсолютно она не приносит. Абсолютно никакого. Ну, а длительность, ну, 3-5 лет, это семья сама как бы держится, да. Ну, потом, после 3-5 лет, все мы знаем, что идет развод, и начинается полная хуйня. Даже осуществимость семьи, ну, я написал 80%, ну, я не знаю, на самом деле, сейчас как-то все совсем с этим плохо. То есть, зумерки предпочитают семье порошки стиральные. Вот, поэтому хуй знает. Ну, на момент 2012 года, когда я этим интересовался, 2015,
осуществимость была 80%, вот как бы, в принципе, можно это было сделать. Ну и цена этой семьи — это просто потерять все нахуй. Потерять все за ноль удовольствия. Охуенное вложение, ребят. Поэтому, как бы, ну. Ну, погорельцы у меня вызывают очень какие-то странные, смешанные чувства. Да, вроде бы я и понимаю, что как бы вариантов особых не было, но выхлоп ноль. Выхлоп просто ноль. Вот, следующий — стекломой. Тоже у меня есть там определенный опыт в распитии спиртных напитков. Не то чтобы он прям сильный, не то чтобы затяжной, но такое было, и это просто вводит в депрессию. Там нихуя нет, вообще нихуя. Длительность, ну, зависит от здоровья. Я долго не смог пробухать. Некоторые, вон, и по 10 лет, и по 20 квасят. Но это тоже, тут как бы завидовать нечему. На стекломое отъезжают очень быстро. Осуществимость высокая, продается в любом ларьке. Просто заходишь в магазин, там обязательно стекломой можно найти. Это очень легко сделать. Ну и цена за это всю жизнь. Ну, можно сказать деньги, но я вот не сказать, что прям много бабла потратил на этот стекломой. Хотя, ну, квасили прям прилично. Следующее — это тайдарели. Порошочки всеми известные. Вот здесь удовольствие есть, но только в первый прием. В первый прием вы получаете, ну, плюс 1000, может быть, а то и больше. Если возьмем хорошие прям, такие прям, которые для машинок-автоматов там, или для цветных вещей, какие-нибудь порошки или гели. Но есть такая история, как толерантность. Толерантность развивается, и в итоге вы скатываетесь в депрессию, где, поставившись уже, вы из минус 1000 хотя бы в ноль выходите. Ну, то есть это потом у вас просто ад какой-то начинается. То есть на этих как бы порошках. Но с некромантами я могу найти общий язык, сказать им, что вот это похоже. Но мы обосрались, сука, опять еще очередной раз. Почему? Потому что я говорил, что расширенные — это шампиньоны. Да? Оказалось, что нихуя. Оказалось, что под шампиньонами расширенный сам по себе получается, он их пустит хуй знает во сколько раз. Блять, это во-первых. Во-вторых, расширенный — это каждый день, и это тоже нельзя сравнивать. Короче, хуй знает. Заебало обсираться уже на сравнении. Просто расширенный — это самая дикая, самая сильная вещь в этой реальности. Ни один, сука, некромант, ни один, даже на один, даже, блядь, на какие-то мизерные проценты ко мне просто не приблизится. Никогда за всю свою жизнь. В скобочках 2 года. Оставшиеся. Вот, поэтому как бы длительность удовольствия вот этих порошков. Ну, где, кто как пишет, но в основном это 2 месяца. И потом идет жесткая толерантность и подсаживание на иглу, ну и, соответственно, там через 2 года отлетаете. А может быть, и с первого приема отлетаете. Тут как бы кому как повезет. Осуществимость тоже 100%. Найти никаких трудов абсолютно не составляет. Цена за это, все деньги, это очень дорого. Это ебануться, насколько дорого. Имеется в виду, если марафонить там и прочее делать. Ну и, соответственно, и жизнь. То есть через 2 года, скорее всего, вы откинетесь, каким бы вы крутым челом не были. Соответственно, красная зона риска. Очень страшная хуйня, просто. Но я понимаю, почему туда лезут. То есть вот это я не понимаю, почему туда лезут. Вот это тоже я не понимаю, почему туда лезут. Вот это можно понять. Следующий пункт — это осознанность. Потому что у нас в комментариях очень много сектантов АШО появилось, оконченных даунов. Просто к каждому слову подставляют осознанность и обижаются, почему их там банят. Просто дауны, блядь, красная зона. Окажетесь в психушке, если вы будете
если вы окажетесь в секте Ашо, следующее, значит, решение задач. Допустим, у вас какая-то стоит задача, либо по работе, либо там по жизни, еще прочее. Когда вы ее решаете, мозг наделяет вас эндорфинами, и дофаминами и серотонинами. Примерно это удовольствие можно как плюс 20 описать. Вот. Но, ну, как бы толерантности это не вызывает, но здесь есть такой вот очень большой камешек в огород, потому что не всегда есть задачи, которые решать, да, поэтому ну, на этом каждодневно выйти не получится в плюс. Осуществимость, как бы, да, ну, всегда как бы можно решить задачу, тут ничего такого нету. Вот, ну и, соответственно, цена зависит от самой задачи. Все примерно все то же самое про хобби, но только оно, так скажем, более фоново идет, то есть удовольствия меньше, но зато по длительности больше, то есть вы там вовлекаетесь. Но это все равно как бы, ну, такая себе история. Вот биохакинг уже поинтереснее. Я написал 50, но на самом деле я думаю, что можно раскрутить и побольше. И побольше, просто здесь, ну, такой вариант, который могут сделать, ну, практически все. И многие пишут, многие мне писали, что вот, начав там биохакерить, они как бы улучшали свое качество жизни намного. Ну, я вот написал полтос, может быть, даже еще прикину до этого. Но опять же, биохакинг — это такая себе история, что вам придется перелопатить хуевую тучу материала и хуевую тучу таблеток на себе испробовать, потому что не все работает. Ну, допустим, вот не все у вас будет работать, как на другом человеке. Это просто вот как пить дать. Поэтому вам придется самому хуячить таблетки. И это, поверьте, это прям по бюджету очень хорошо ударит. Риск желтый просто потому, что объебашитесь какими-нибудь колесами, и все станет плохо. Следующая категория – это содержанки феи. Ну, удовольствие практически как от альфачества, там зависит от телочки. Но не больше 10 – это потолок. Это прям вот если модель прям охуенная будет. Ну, длительность, понятное дело, сколько у вас бабла хватит содержать это говнище. Вот, осуществимость. 100% никаких ограничений нету. Каждая шлюха в России как минимум продается. Это не секрет. То есть здесь страна проституции и содержанок. То есть тут как бы можно к любой подойти. Мне кажется, можно к любой подойти, предложить цену, и как бы все будет зависеть от цены и ваших денег. Ну и понятное дело, что цена этому зависит от цены на фей в данном регионе. Риски я нарисовал желтые, но сейчас, на данный момент, это риски красные, потому что если вы не будете на них жениться, а содержанки все думают, что вы на них женитесь, и феи тоже про это думают, что вы будете их содержать до конца жизни, можно нарваться на тюрячку. Напишут на вас заявление и как бы поедете чалить. Это еще как бы... Есть риски, что вас просто обворуют, что как бы будут психотеррором заниматься, ну и прочее. То есть всякое бывает. Следующий мой любимый – это расширенный. То есть здесь от 10 тысяч до бесконечности. В бесконечности я бывал. Разгоняли мы очень жестко. Там накопали ебануться просто всего. 10 тысяч – это просто значение, ну, типа, легко этого достичь. На самом деле… Тут можно еще нолик пририсовать. Вот, длительность это всегда, можно ебашить просто, блядь. Ну, можно 5 часов в день стабильно отлетать и еще во сне ловить грибной сон. Осуществимость непонятна, просто потому что на канале хуй кто этим занимается, никакой помощи абсолютно нет, кроме как от сектантов и секретки. Но это на самом деле ваши проблемы. Знаете, почему ваша проблема? Потому что вы въебетесь на порошочке. Как только вы въебетесь сюда, это... Ну, я вот просто вангую, что вы сюда влезете. Сразу осуществимость как бы... Ну, поднимется, так скажем. Потому что вы поймете, что это такое.
Мои объяснения, они абсолютно вот как об стенку горох, это вот как собаке, как собаку учить разговаривать. Но вот после вот этого вы сразу поймете, что это такое. Цена, никакой цены нету, никаких рисков абсолютно тоже нету. Никто из сектантов не умер, никаких побочных, ничего нету. Хотя все ебашат уже, ну, по-моему, больше года точно. Я уже больше 10 лет ебашу. Жизнь сала. Любимая одним лысым дурачком тема, но почему-то она у него не сала, почему-то у него с РСПхой, почему-то дети, почему-то, блядь, тещи, почему-то все и прочее. Короче, как он говорит, что это якобы прям удовольствие, но никакого удовольствия здесь абсолютно нету, это лишь депрессия. Из жизни сала что вы тут можете сделать? Вот еда, доминация, экстрим, все. Это максимум. Даже до альфачества не дотянете. Вот. Ну, может быть, дотянете. Это прям вот, если вы каждый день будете заниматься этой хуйней. Длительность депрессии. Ну, понятно, что всегда будет длиться. Ну, пока не умрете или не выйдете в окно. Осуществимость очень легко. Ну, соответственно, цена этого будет дурка. Я думаю, что на данный момент... На данный момент я думаю, что лучше оленить, либо лучше вот сюда, вот в содержанок ударяться, чем в жизнь сала. То есть жизнь сала намного, блядь, опаснее оказывается, да, то есть, ну, во-первых, вы ничего не получаете с этого, во-вторых, тратите практически такие же деньги. Ну, хуй знает, надо ли это, нет. Если бы у меня был выбор между вот этим и вот этим, я бы вот сюда вдарился. Вообще без вариантов. А следующее, это доминация, тоже любимая всякими долбоебами, там, типа Арсена Маркаряна, хуйня. Никак, ну, удовольствие, может, единичку приносит, когда вот там отхуесосит какого-то чела. Это абсолютная скоротечная хрень. Ну, длительность, если вы каждый день кого-нибудь будете, там, хуесосить, ну, будет всегда длиться, да. Ну, до первого челика, который вам просто ебальник сломает, и все. Осуществимость зависит от статуса, если вы какой-нибудь черт, блядь, никакущий, в спортзал там не ходите, просто лысиной трясете на стриме, ну, как бы, вам это вам точно не светит. Вы можете только в тернетике залупаться. Первый Васян вам ебальник вскроет. Вот, ну и, соответственно, на доминацию, как бы, вы тратите деньги и здоровье. То есть, опять же, Васян какой-нибудь придет, в щи надает и все. Но зато это, как бы, риск желтый. Потому что, да, ну не всякий захочет связываться с долбоебом. Просто потому, что он панты кидает. Следующее удовольствие – это еда. Я поставил здесь 1,5. Длительность, ну, около 15 минут, пока едите. Дальше оно как бы пропадает, потом нужно еще есть. Можно, в принципе, сюда поставить всегда, но вот, ну, в принципе, можно и всегда поставить, без разницы. Осуществимость стопроцентная, в принципе, в еде сейчас проблем нету. Единственная проблема только в деньгах, сколько вы будете тратить на хорошую еду. И экстрим, многие думают, что это прям пипец какой вот. Но я примерно ставлю, что это вот от 0 до 5, либо вообще ничего. Ну, как хуй знает, абсолютно никак. Ну, либо там пятерочка. Но это должен быть именно вот такой адреналиновый наркоман, которому этот адреналин нравится. Мне, например, не нравится. Вот я ничего с этого не получу. Да, то есть тут опять же вот человека зависит. Кто-то может получить. Но это не больше 5. Абсолютно. Вот, и как бы длительность там особо короткая. Осуществимость, да, легко можно там и в русскую рулетку сыграть и прочее, но это слишком рискованно. Это вы на кон ставите и деньги, и жизнь. Экстрим – это супер, блядь, дорогое занятие, супер дорогое, и как бы супер опасное. Ну, сюда можно, кстати, еще и мотоцикл отнести. Мотоциклы и там быструю езду. Вот. Все остальное, там, езда на велосипеде, путешествия, яхт-клубы, сталкеры, сюда не входят, потому что ничего они не вызывают. Абсолютно ничего. Это, ну, бред сивой кобылы. Так что смотрите, как бы выбираете. Я выбрал вот это. И как бы буду дальше продолжать эту тему. Все остальное, ну, абсолютно не дотягивает.
Это, блядь, просто несравнимая хуйня. Я еще раз скажу, что цифры недалеки от реальности. Абсолютно недалеки. Вот, поэтому рассказывать мне про свои, как бы, решения депрессии, ну это просто, блядь, смешно. Это реально смешно. И рассказывать, ой, а что ты там тёлку себе не найдешь? Да нахуя мне это надо? Менять 1,10 на 10 тысяч? Вы что, ебанутый, что ли? Зачем мне это нужно? Это нужно обосранным МДшникам, которые из стресса никак вылезти не могут. Им хоть что-то отсюда хапнуть, блядь, и, ну, хотя бы голову из дерьма вытащить. Мне это не нужно абсолютно. Да, оставались какие-то там остаточные образы там красивых женщин просто из-за гетеросексуальности. Ну, на этом все. Как только дело доходило до совокупления, ты такой, ну что-то как-то. Что-то как-то 10 тысяч на десяточку менять не особо охота. Причем я как бы играю по тем же правилам вольфачества, что и вы. У меня чит вот этот. А если я пойду вот сюда, у меня все по тем же правилам. То есть за удовольствие от 1 до 10 я должен еще буду платить вот этим. Понимаете? Нахуй это надо? Зачем? Вот сидите, как бы все есть. Абсолютно ничего не надо. Тем более какие-то телодвижения абсолютно неадекватные. Ну, то есть шляпа полнейшая. Вот, так что делайте выводы, а я пока на этом прощаюсь. Счастливо, до новых встреч.